Сегодня мы будем делать моего друга, его зовут Картошка. Вот стоит он. Я его разобрал. Вот сегодня у нас будет, как я сказал, он. Вот это вот Картошка. Я знаю, во врагу зовут. А где? Плавно поставил. А вот тут надо поставить ухо. Вот тут смотри на картинке, как он выглядит в конце. На картинке смотри, как он выглядит. И делай. Начни сверху вниз. Сверху, что у него где-то? Шапка есть? Ну, шляпа, да. Давай, одевай шляпу. Ну, у него там... А где у него ухо? Ухо? Угу. Давай шляпу, начнем с шляпы. Давай. Одевай. Одевай. Уши вон они, розовенькие уши. Вот это уши. Вот сейчас я... Я сделал. Сейчас я сделаю уши. Потом надо ему приделать. Сначала глаза. А потом моего друга глазик. Глазик, это его глаза. Сейчас положим ему глаза. Вот. Носик. Смешно? Чего-то не хватает. Чем же он будет дышать? Носик. Чем же он будет дышать? Носик сказал. Очки нужно одеть, чтобы дышать. Нет. Тогда для того, чтобы дышать, нужно ручки сделать. Нет. Ты думаешь, это нос? Да. Нет, я думаю, это не нос. На картинке нос какой у него? Но нету его. Нет носа? Нет. Вот. Набор. Ладно, давай. Собирай. Очки одевай. Уже можно одевать очки. Как ты знаешь? Угу. Так. Усы есть у нас? Есть. Давай делать усы. Сейчас одену усы. Очки ему покажу, не надо. А вот так? Очень даже ничего.
Пониже. Это ты в нос втыкиваешь. Ниже. Выжила? Все. Отлично. Так что, нос будем делать? А где его нос? Ладно, ручки давай. Ну где нос? Папа, где нос? Не знаю. Все запчасти, которые у тебя есть, устанавливай. Ручки давай поставим. Отлично, еще одна. Нужна какая-то помощь. Нужна какая-то помощь. Ладно, давай просто усы вставим. Чего? Ну как? Может быть, вот это его? Это что такое? На что это похоже? Ладно, посмотри на картинку. Очки одевай. Что, заканчиваем? Очки. Помоги мне. А вот и внук. Что, две перепуты? Нет, может быть, это нос. Нет, вот это нос. Туда одевай усы. А вот ты. Готов. Усы только снизу получились.